Побывали в Мариинском театре, не выезжая из Курска. 3 мая в нашем городе выступил симфонический оркестр Валерия Гергиева. С середины апреля коллектив буквально живет в поезде. 16 числа в Москве открылся пасхальный фестиваль. Дав несколько концертов в столице, музыканты отправились в путь. 25 городов России и 43 выступления. Помимо симфонической программы, в рамках фестиваля по всей стране проходят хоровые, камерные и звонильные концерты, а также ряд благотворительных мероприятий. Не успели замолкнуть аплодисменты туликов, как симфонический оркестр уже поспешил к курянам. От нас Новочеркасск, Владикавказ, в Ставрополь. В этот раз Валерий Гергиев решил напомнить слушателям о юбиляре Стравинском. Ему 135 лет со дня рождения. И раскрыть новые грани истинно русского композитора. Стравинский жил только треть своей жизни в России. Еще треть своей жизни он провел в Европе, еще треть заключительную он провел в Америке. В Америке многие, если не все, считают его абсолютно американским композитором. Мы, помимо разговоров о том, что он великий русский композитор, должны постоянно играть его музыку. Не только «Петрушку» или «Жар-птицу» или «Весну священную». Валерий Гергиев – настоящая легенда в мире музыки. Его интерпретации глубоки и оригинальны, в движении рук – живые эмоции, которые через каждый инструмент в оркестре находят путь к сердцу слушателей. Для меня музыка – это все, потому что это свое настроение, это свое впечатление о мире. Это дает возможность получить заряд. Я бывший учитель, то есть первый год я работаю, и вы представляете, что это за энергетическая подпитка такая, просто очень-очень. Поэтому возможность побывать на таком концерте, я считаю, это великое чудо. И надо пользоваться этим моментом. В пятый раз Валерий Гергиев приезжает в Курск с симфоническим оркестром Мариинского театра. Александр Михайлов не пропускает ни одного концерта. Дружим, лично общаемся. Иногда, когда нужно посоветоваться по каким-то вопросам, разве это плохо? Ведь всегда полезно поговорить с тем человеком, который разбирается, скажем, в своей сфере буквально до тонкости во всем, а он именно такой. Так что он профессионал высочайшего класса. Накануне, 2 мая, у Валерия Гергиева был день рождения. После концерта глава региона лично поздравил дирижера с праздником. Ангелина Рязанцева, Денис Федорков, телеканал «7».